Всем привет, друзья и гости канала. Наконец-таки мы вернулись в Night City, в Киберпанк. Долго Киберпанка не было, потому что некоторые говорили, что сильно зависает, лагает. Но теперь, если оно так, ибо не смотрите, ибо обновите свой браузер, потому что у меня сейчас 35 FPS. Ну, плюс у меня еще браузер открыт, Discord, Steam и так далее. И еще на игра качается. Вот, поэтому, в принципе. Патч 1.6. Патч 1.6. Дошли руки. У меня до патча 1.6. Я вот немножко себе тут настроил херню. Некоторую. Так, что-то у нас. Вон там. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Граффити шалит. Ви, тебе надо лечиться. Еще. Вот, по идее, ничего не должно уже зависать. Запись идет 720p. Ну и плюс я там понастроил игру. Немножко, короче, надеюсь, что все прекрасно. Так, еще мне говорили там в комментариях за Доломайна. Друзья, я читаю комментарии, я читал комменты, но... Второстепенные знания. А где Далмайн? Погодите. Я что? Походу я про это, я про е пропу прогавил, прогавил я. Какое создание? Прогавил я походу Доломайна, но ничего страшного. Вот, еще мне писали в комментариях, что типа, почему ты своего персонажа типа не настроишь. Подождать, нет, будем ждать. Параметры, вот почему ты его типа не настроил, он не подколхозил. Друзья, я хотел персонажа настроить, но, к сожалению, вы помните, что у нас в первой серии было. Персонаж был полностью черный, как собака. Короче, нигер был. И ну вот так я его настроил. Вот как. Не, что, походу прикольно. Нормально. Так, еще у нас по рюкзак. У нас в рюкзаке появилась куча хлама, который мы сейчас будем разбирать. Револьвер. Вот это 196. Сейчас мы кучу хлама разберем. Ненужного нам. Винтовку оставим, в принципе.
Так, ну и в принципе пока что у нас все. Вот, пока что у нас все. У нас задание встретиться с Такамурой. Я все же хочу проверить, у нас остались ли. Не, ну все же вот это. Походу мы проймали. Мы проймали Деламейна. Фактор. Я так думаю, да. Так, ладно. В любом случае у нас есть сохранка с вами. У нас есть с вами сохранка. С Деламейном. Вот. А, еще в патче там пишется, сколько я часов наиграл. Вот. А, так, спрячь оружие. Еще я... А что там, можно было? Еще я поставил на производительность. Тут как бы мыло. Друзья, смотрите. Вот картинка на производительность. Вот такая картинка. Далее ставим сбалансирование. Картинка вроде бы четче. Да? Вроде бы. Производительность. Ну и ультрапроизводительность это отдельное как бы мыло. Тут видите оно. Мыло-мыло. Вот я все же буду пока что играть на производительности. Если будет сильное такое уж мыло, то... Производительность. Если еще добавить вот этой херни... то вроде как бы пойдет, но вроде как бы и не пойдет. Короче, не знаю. Так, где моя машина? Да, подтвердите. Я, короче, поставлю это на 0.50, как оно и было. Так, спрячь, пожалуйста, оружие. Я тебя прошу. Спасибо. Вот, мы сейчас идем к Такамуре, едем, точнее, сесть. Точнее, едем к Такамуре. Эллу. Да, управление все же такое конченое. Алло, алло. Ви, ты можешь ко мне приехать? Конечно могу. Случилось что-то? Да. Приезжай. Да, хорошо, приеду. А встретиться с Такамурой? Нет, я хочу к Джуди. Поехали к Джуди. Вот, ну вроде бы FPS нормально. Мне устраивает. Вот, еще мне писали в комментариях, что типа... Ну, много комментариев там было.
Так, выключили свет, оказывается, выключили свет, и запись прервалась. В общем, продолжаем. Это я уже второй день записываю, вот, потому что вчера целый день не было света. Вот, значит, мы едем, почему к Такамуре, почему мы к Такамуре едем? Нам надо к Джуди. Второстепенное задание. Квартира Джуди. Нам к Джуди надо. Почему к Такамуре? В общем, свет включили, и мы продолжаем. Извиняюсь, если может подлагивать немножко. Это неадекватное. Ой, неадекватное управление машиной. Так. А, ясно, наверное. Пора ставить все же вот так. Вот, не знаю, почему на машине у меня сильно низкий FPS. Очень низкий FPS на машине. А если вообще так? Ну так отдельный вообще разговор, да, так я понимаю. Сбалансирование производительности. Так. Ну куда ты едешь? Вот скажи мне, куда ты едешь? Забыл же, что говорил в прошлой серии. А, еще мне писали в комментариях, типа, что позвони ты Джеки Уэлсу. Это тот, который с нами был, типа, на ограбление. Типа. Вот. Был с нами на ограбление, но, к сожалению, вот так судьба повернулась, что он с Джеки просто... сгинул. Ушел в мир иной, как говорится. Так, ясно, это в городе FPS плачевный. Ясно, за городом все хорошо. Вот. Вот, ну хорошо, позвоним. Вот, говорите, позвоним, позвоните, позвоним. Вот, опять же вам говорю, если лагает, или вам что-то не нравится, выключайте видео к херам. Да ёбушки, воробушки. Ну, чё ты стал? Вот, потому что я записываю и для себя, но и как бы решил и для вас записать тоже. Как-то так. Или обновите браузер. У меня сейчас, ну, в моем случае, 29 FPS в городе. Может, OBS как-то эти 29 FPS и будет считать как 3 FPS, но... Ну да, как-то так оно и выходит. Вот, еще мы ну вы поняли, миссию с Деламейном. Оказывается, нам надо было эту миссию выполнить сразу, а она уже не появится, ну и ладно, вот. Раптор. Ну-ка, дай машину свою. Ясно.
Так, сейчас, секунду. Так, все, немножко поднастроил графику, вроде нормально. Вот, немножко с впечатляющих немножко убрал. На высокий поставил. Вот, потому что я так понял, что BS эти 30 FPS будет их считать как 5 FPS. Ну, типичного BS Studio, что вы хотели? Что с машиной? Почему моя машина исчезает? Вот так же. Вот, также мне писали еще в комментариях. Я читаю комментарии там под последними тремя сериями, много комментариев было. Мне говорили вот типа, почему ты не выполняешь второстепенные задания? Вот. Мы их выполнять будем. Второстепенные задания мы их будем выполнять. Но как только мы хоть половину игры пройдем, понимаете? В этой игре можно жить буквально. То есть, да не буквально, здесь жить можно. Вот, потому что второстепенных заданий этих куча. То есть, в основном мне понравился вот квест Жудин, который мы сейчас едем выполнять. Вот, а все остальные задания второстепенные это принеси подай, иди нахер не мешай, как-то так. Так, сюда. Вот. Я не знаю, что я делаю без навигации. Я в этом городе реально можно заблудиться. Вот зато в шпильке хорошо входит. Да. Алло. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Знаешь, ну я как бы к Джуди сейчас иду, Дел. Ну как бы я ничего не хочу. Не, давайте мы к Джуди, друзья, пойдем. Давайте мы пойдем сейчас к Джуди. А то начнется сейчас с одного задания в другое и пойдет все по одному месту. Вот, насчет второстепенных заданий. В этой игре буквально можно... Да не, ничего не говорю. Вот, буквально можешь жить, потому что здесь этих второстепенных заданий куча, буквальная куча. Тук-тук. Я прибыл. А, может, внизу? Да нет, извини. Я в ванной. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы.
Я ушла буквально на час. Как это случилось? Сначала так. Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати, как обычно. Что когда значит, как обычно? Бля. Я же не знала. Ты проверяла пульс? Ее больше нет. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати, как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Ну, бабёнка просто не выдержал, но это... Ты не вини себя. Не вини себя. Твоей вины тут нет. Я должна была почувствовать, что что-то не так. Но не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно. Ясно же, что она уже решилась на это. Все равно нашла бы способ. Ну, видно, она как бы почувствовала вину, как бы не вину, а, блять, как это... камень какой-то на душе, и она не могла с этим смириться, и, ну, человек выбрал легкий путь, что ж. Джуд, тут ничего не поделаешь, как бы она так решила, поэтому... Поэтому как-то так. С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. И что они тебе скажут? Я на кровать. Ну да, это, конечно, многое изменит. Ну, как бы... Мне кажется, лучше ее оставить, пока не приедет полиция. Для них это просто еще одна мертвая шлюха. Им похер. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела. Давайте. Джексон Стрит. Не, ну как бы человек сам выбрал путь себе, поэтому. Нет. Это как так? Нет. Сегодня. Она умерла, вы не понимаете? Нет. Травма Тим не констатировала ее смерть. Что с текстурой? Если бы у нее была страховка, а, это такие эти? Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приеду. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Ну, как бы... По-моему, ты довольно мягко с ними разговаривала. Если бы я звонил, я бы навряд ли удержался и не разъебал их. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? А? И закрой дверь, пожалуйста.
Не, ну как бы... Ну, с другой стороны, она сама себе выбрала этот путь. Есть сигарета? Да, есть. Только что ж держал. Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви. Я осуждаю, конечно, это, но раз такое дело, держи. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Кстати. Она курила какую-то странную элитную марку. В этом вся Эва. Она любила продумывать каждый свой образ до последней мелочи. А много было людей, которые знали Эвелин по-настоящему. Нет. Никого. А Декстер Дешон. Этот мудила, что нас в пулю всадил. Черт, Эва. Это я виновата. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Не знаю, что сказать. Утешать у меня плохо получается. Да что тут говорить? Ты и так сделал для нее больше всех. Стрелбиачип. У меня были свои мотивы. Ты же знаешь. Которые сейчас у меня в башке. Важно, что ты ей помог. Вернул возможность решать за себя. Да, но я не думал, что она решит вот так. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Джуд, ты, ну, прекрасно сама все понимаешь, человек. Друзья, мне кажется, если человек уже решил сдаться, я кое-что на место поставлю по графике, то... Но если человек решил выбрать легкий путь, то он и будет по этому пути идти. Надо было как-то его или остановить, или с ней поговорить как-то. Ну. Я больше ни о чем не могу думать, только об этом. Технически с ней все было нормально, кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Так, Мэтт, мы Дубмана уже как бы, ну... Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да. И теперь хотела бы развидеть обратно. Как это развидеть? Так, я кое-что еще хочу проверить. Выключить к херам и посмотреть. Да, меняется. Я... Вс
все на производительность ставим и лезем. Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные. Там, конечно, много помех. Трудно что-то разобрать. Но я все равно в этом рылась. В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры, когда мы виделись в последний раз. Но она тогда не записывала. Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия. Может, она через какое-то время переживала это воспоминание заново? Может, имплант включался, когда ее... Ну, вроде как, знаешь, форма защиты — думать о прошлом вместо настоящего, чтобы не так больно. Я обнулил Думана. Не то чтобы специально, я этого не планировал. Но я рад, что так вышло. И это хотел сделать, да, ты, да? И я рада. Не представляешь, насколько. Только это капля в море. Таких, как он, еще много. Так, ну, погревали, хватит, что ж, ну, Эву уже никак не вернуть. С этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Хорошо. Ну, давайте уточним, может, ей что-то надо, как бы. Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил. Мы как бы могли... Что случится, я всегда на связи. Мы как бы могли чем-то помочь. Там... Ладно. Да, ну... Не, друзья, ну... Она выбрала свой путь сама, то есть, как бы, конечно, это херово, очень хреново, это очень идиотский путь, путь идиота. Но, друзья, так, добраться до посмертия. Где наша машина? Да. Она как бы сама... А, то есть нам уже мира. А Эва сама выбрала свой путь. Я тут уже... Тут как... Как уже и наше, и мое тоже, как сказать, и мои силы вне этого, и Джуди, как бы, это ее решение. Поэтому я как бы понимаю, что скорбь — это, конечно, все хорошо, но как-то так. Так, а мы едем в посмертие. А мы едем в посмертие, мы едем разговаривать с Бестией, насколько я помню, и знаю, возможно.
Так. Вот как же мне нравится управление в киберпанке. Просто обосраться, как мне оно нравится. Знаете, мотоциклы еще ничего так, а вот остальное все это, конечно, страх. На мотоцикле более проще. Я надеюсь, мы найдем мотоцикл и будем на нем играть. Так, 125-150 метров. Так, это, надеюсь, парковка. Если да, то... то как бы да. Так, а что мы забыли в посмертии? Так. Извиняюсь, извиняюсь, дико извиняюсь. Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил. Здорово. Привет. Залетай. Так, здорово, Чумба, да? Я моего друга стоило бы упомянуть ваше. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что с ним так вышло. Помнишь, что он просил ему спешать? Водку со льдом, сок лайма, имбирное пиво. И капельку любви. Ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс за мой счет. Я бы чего-нибудь выпил. Ну, давайте... Да как всегда. Что будешь пить? Что я буду пить? Джонни Сильверхенда, естественно. Так, это я уже потом. Поговорит с бестией. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. А с этой... Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Не надо орать, повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Знаешь что, бестия? Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Ну да, все же надо... Бести, есть разговор. Все в порядке. Здорово. У нас сейчас намечается очень непростой разговор сейчас. Ты не из наш. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица.
А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатна. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дюшон, Джеки Уэллс, Типак. Я о тебе много слышала, Ви. Сесть можешь? Идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Да нет. Знаю, сучка. Спроси ее про Арасака Таун, как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологи? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд погиб в Арасака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Всегда. Ты меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай, Эдди. Пятнадцать тысяч? Слушай, иди на. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда... До скорого. Ты знаешь, где меня найти. Погодите, у меня сейчас сколько? У меня сейчас 32 тысячи. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. В смысле завтра? Ты сейчас на ёб твою дивизию. Херабаба. А бестия-то не херово берет. Ой, что с освещением? Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Упырь. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Моей. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Да не говори. Ну.
Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать. На, держи щепку. На ней много всего интересного. А может, ты мне ее дашь? Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Его готовят к переброске. Откуда ты знаешь? Имел дело с китайскими корпорациями. Это у них называется фокус с голубем. Так. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но! Но иногда. Глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то вид. Угадай, откуда перевозка? Из Цинти. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь? Все это... Воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Да-да. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое ави. Я о нем слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Все равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Способов до хрена-то есть. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. Это та, которая с тобой орала. У нее тёрки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора?
Звучит не слишком обнадеживающе. Она может нас нахер послать и все, и весь выбор. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Ты еще больше хочешь? Единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. А. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У панам другое мнение. Вот-вот. И не только об этом. Почему панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она приходила? Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары, машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь, но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ну так выкладывай, товарищ. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Под Найт-Сити. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Да я не говорю. Все ясно. Спасибо. Удачи. И тебе тоже. Так, опять добавлю новый контакт. Панам. Ну что ж, друзья, на этом я буду, пожалуй, предлагать заканчивать. На этом встретимся с вами в следующей серии, части и так далее. Вот. Надеюсь, мы уже не будем так долго затягивать с киберпанком. Не будем уже пропадать на овер до хренища. Вот, потому что игра прикольная, но она очень долгая. Вот будем выполнять все задания второстепенные. Я имею в виду не все, которые есть второстепенные, а те, которые я знаю. Мне там рассказывали в комментариях, какие охренительные там некоторые второстепенные задания. Вот мы их и будем выполнять. А пока что все. Всем огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.